Здравствуйте! Каким числом можно заменить этот значок? Итак, нам дано равенство 8 плюс 4 равно 4 плюс вот этот значок. С помощью этого упражнения нам хотят напомнить, что 8 плюс 4 равно 4 плюс 8. Это переместительный закон сложения. Еще его называют коммутативным законом. От перестановки слагаемых сумма не меняется. 8 плюс 4 это то же самое, что и 4 плюс 8. Значит, этот значок мы можем заменить восьмеркой. Проверяем, все верно. Переходим к следующему заданию. Каким числом можно заменить этот значок? Нам дано равенство 10 плюс 4 плюс 3 равно значок плюс 4 плюс 3. Похоже, что авторы этого упражнения хотят обратить наше внимание на то, что не имеет значения, прибавим ли мы сначала 10 к 4 или 4 к 3. Если мы в этом выражении изменим положение скобок, и прибавим сначала 4 к 3, как здесь, то вместо этого значка нам нужно записать 10. Это всего лишь сочетательный закон сложения. Сумма не зависит от группировки слагаемых. Проверяем, все верно. Выполним последнее упражнение. Каким числом можно заменить этот значок? 9 умножить на 6 равняется 6 умножить. Здесь мы можем воспользоваться переместительным законом умножения. 9 умножить на 6 – это то же самое, что и 6 умножить на 9. Этот значок можно заменить девяткой. Проверяем, все верно. На этом все. До скорых встреч!